Борисова Арина, 6 А. Аркадий Кулешов на Минском шоссе. Идти устали маленькие ноги, но он послушно продолжает путь. Еще вчера хотелось близ дороги ему в ромашках полевых уснуть. И мать несла его, теряя силы. В пути минуты длились, словно дни. Все время сыну непонятно было, зачем свой дом покинули они. Что значит взрывы, плач, дорога эта? И чем он хуже остальных ребят, что на траве зеленой у кювета, раскинув руки рядом с мамой, спят? Как тяжело выслушивать вопрос. Могла ли малышу ответить мать, что этим детям, спящим у берез, что этим мамам никогда не встать? Но сын вопросы задавал упрямо, и кто-то объяснил ему в пути, что это спали неживые мамы от Бога, не успевшие уйти. И он задумался под лязг машин железных, как будто горе взрослых понял вдруг. В его глазах недавно безмятежно уже блуждал осознанный испуг. Так детство кончилось. Он прежним больше не был. Он шел и шел, и чтобы мать спасти, следил ревниво за июньским небом. Малыш, седой от пыли, лет 6.